Всем привет, YouTube канал AgroDwish, и небольшой анонс перед началом видео. Ранее я на своей страничке Instagram AgroDwish выложил видео про растение огурца, на которое целую ночь, целый день, целые сутки шел дождь, и растения были мокрые. Там растение было заболевшее, там была очень страшная картинка. Так что это видео об этой проблеме, а послезавтра выйдет очередное видео, там где эти же растения огурца через 10 дней. Через 10 дней, а в течение этих 10 дней фермер провел все обработки, которые были ему порекомендованы. Так что сегодня проблема, а завтра результат ее решения. Херсонская область, казачьи лагеря. Сегодня у нас 30 сентября, всю ночь шел дождь. И вот вследствие дождя у нас от растения поставили влажные, теплица без отопления. И начинает проявляться вот у нас первые признаки пироноспороза. Вот отсюда просачивался дождь. Лист мокрый. Вот он. Еще он по листу так не видно. Хотя есть пятна. Но вот уже он будет. Здесь уже была одна волна пироноспороза. Были у фермера. Обработали, остановили. Это гибрид, который... у нас на размещении, у нас на испытаниях. Это популярный гибрид местный. О нем тоже есть. Это все дело начала пироноспороза. Это гибрид с популярным плодом. А это тот, который у нас на размещении для второго оборота. Загрузка. Пасынки вершкуются. Но не суть. Суть того, что нужно... Сегодня приехал посмотреть на эти гибриды. И вот, что было замечено, что после дождя у нас вот волна такая заболевания. Необходимо помочь. Сегодня будет обработка привикуром по листу. Послезавтра, после сбора, препаратом Браво. Вот эти. Ну, в основном на нижних листьях. Верхние листья, они здоровые. Хотя на них тоже есть. Да, тут тоже есть. На верхних. Прям где вот щель, где пошел дождь, необходимо сегодня быть 6 часов растению мокрым, чтобы появились пятна. Еще хорошая загрузка урожая. Куста. Видно, что будут очень большие сборы. Растение крепкое, осталось только. Сегодня привикур, послезавтра Браво, потом через дня 3-4 будет еще пергада. Хотя по растениям есть отличие, вот более светлее лист, более темнее. Вот начало пироноспороза. Дождь был везде, я думаю, что условия всех одинаковые.